Копейск с каждым днем становится чище. Порядок наводится после долгой зимы во всех дворах, улицах, скверах. Большое количество сухой травы, разбросанный мусор – все это дружными усилиями подметается и складывается в мешки. Наступили теплые дни, и все горожане вышли на уборку города, чтобы город выглядел чисто, опрятно. Ну и в этом мероприятии решил поучаствовать и компания «Инсид». В первую очередь, конечно, нам хочется убрать территорию около своего офиса, потому что здесь находимся, во-первых, мы работаем здесь. Хотелось бы, чтобы территория радовала глаз. Также к нам приходят наши клиенты. Хотелось, чтобы они приходили и радовались чистоте в городе. Мы живем в этом городе, мы свои в этом городе, и поэтому нам вот как своим хочется принять участие в этом большом грандиозном празднике, как субботник. Ну и в преддверии праздников, вот честно говоря, хотелось бы именно убрать город, чтобы он выглядел празднично, красиво, достойно 70-летию Победы. Напомним, пора субботников в Копейске началась еще в начале апреля, как только сошел снег. Закончится массовая уборка должна до 1 мая.